сядь, подпишись, бро. Пуля на вылез, нами, let's go. Не важно, кто ты, новичок или бро. Мне харина проникает в твой дом. Пуля катает, подпишись. Всем привет, с вами Пуля. Разработчики приготовили очередное обновление игры 2.13. Я сделал перевод с английского, так что может какие-то слова переведет не совсем точно, но все же. Вот что нас ожидает. Первое. История сезона. Мы добавили год, чтобы вы могли видеть, когда кто-то был в определенном сезонном дивизионе. Второе. Сезонные дивизионы. Мы добавили всплывающее окно на вкладку «Сезонные дивизионы», в котором содержится дополнительная информация о сезонах боевого пропуска. Третье. Итог битвы. Мы добавили рейтинговые очки во всплывающее окно «Сводка битвы», чтобы вы могли видеть, сколько очков вы набрали или потеряли в битве. Четвертое. Исправлена ошибка. Мы исправили проблему, из-за которой выбор карты игроком не учитывался в режиме пользовательского матча. Пятое. Исправлена ошибка. Мы исправили всплывающее окно, которое иногда появлялось после смены элементов управления. Шестое. Исправлена ошибка. Мы исправили редкую проблему, связанную с кнопкой «Выход из игры». Седьмое. Исправлена ошибка. Мы устранили проблему, из-за которой всплывающее окно появлялось после изменения настроек перекрестия. Восьмое. Исправлена ошибка. Мы исправили проблему со звуком, связанную с обменом механик и процессом входа в битву. Следите за захватывающими улучшениями и обновлениями, скоро их будет больше. А пока иди туда и взорви что-нибудь. Итак, ждем обновления. Не забудь поставить лайк, напиши в комментариях, что ты думаешь об этом обновлении.